среднем земляне наблюдают голубую луну каждые 2,5 года, но в 2020-м это событие уникально еще и тем, что полнолуние 31 октября совпадает с самым мистическим и ужасным праздником – Хэллоуином. В католическом календаре это День всех святых, когда считается вся нечисть, она вот должна всю ночь там прогулять, честным людям помешать, всякие гадости наделать, а потом совершенно спокойно лечь спать, угомониться на всю зиму. И когда вот полнолуние выпадает на Самхейн, считается, что это день, когда нас будут путать, нас будут пугать, нас будут мучить. Прошлое такое полнолуние было только в 95-м году. Считается, что Хэллоуину не менее 2000 лет, истоки праздника в кельтской культуре. У кельтов существовали четко обозначенные начала времен года. Их было 4. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. Учитывая влияние ретроградного Меркурия и Марса, которые вытаскивают из глубин подсознания все скрытые комплексы и страхи, астролог Светлана Абрамова рекомендует это полнолуние провести в максимально комфортных для себя условиях. День на природе, с каким-нибудь там животным, пообщаться, сделать что-нибудь доброе, понимаете ли. То есть вот просто так вот побыть тихо сам с собой, что называется. Или, опять же, с людьми, которые к тебе крайне доброжелательно настроены, от которых, в общем-то, ничего плохого ждать не приходится. Полную луну в этот вечер будет видно жителям практически всего земного шара. Полнолуние на Хэллоуин 2020 можно наблюдать в разных часовых поясах. В Северной и Южной Америке, в Индии, во всей Европе и большей части Азии. Также полная луна будет видна в Западной Австралии. Последний раз такая синхронность в видимости полнолуния по всей планете случалась в 1944 году. В НАСА сообщают, что жители планеты смогут наблюдать красивую полную луну не только 31 октября, но и в течение последующих 2 дней.